Сегодня мы снимали для журнала InStyle необычную довольно-таки для нас историю. Мы придумали новую рубрику, которая появится в мартовском номере. Назвали ее «В центре внимания». И материал красивый, фэшн-репортаж, такой тоже довольно-таки новый для нас жанр, который мы раньше так активно не использовали в журнале, со Светланой Захаровой, прямой балериной Большого театра. Я сейчас здесь стою впервые за кулисами. Обычно я всегда попадаю по ту сторону сцены, а вот так, чтобы здесь, и в первый раз. Действительно, очень интересный проект, поэтому с визуальной точки зрения я решил, что нужно сыграть на каком-то современном восприятии балерины. Ну, в данном случае то, что сделал Dior, Шанель в этом сезоне. Это все выглядит как абсолютный такой модерн балет. Очень потрясены, на самом деле, насколько Светлана тонкая, чувствующая. На нее фантастически сидит все. При этом то, что мы выбрали, это довольно-таки сложные были вещи. И она выглядела в них просто потрясающе. Есть ощущение, что это все именно балерина, что было важно для нас. Но между модой и балетом эта связь уже длится десятилетиями, если не сказать веками, и поэтому на ней это особенно все важно и трогательно смотрится. На самом деле, снимать в Большом театре – это какие-то особые впечатления. Ощущения, правда, какие-то непередаваемые. Поэтому сегодняшняя наша съемка, она какая-то вдвойне особенная. Мало того, что у нас шикарная абсолютно героиня. И, как я это называю, локейшн, место съемки, тоже абсолютно невероятное. Не случайно эта история, потому что в конце марта, как раз когда выходит наш номер, будет мощная, красивая премьера балета «Анна Каренина» в постановке Джона Ноймайера, где как раз Света исполняет главную партию Анны и очень много интересного нам сегодня рассказывала. А все остальное можно будет прочитать в нашем интервью, которое делала я. Это будет такая новая, серьезная в начале журнала рубрика с претензией вот на актуальность героя вот текущего месяца.